Здравствуйте. Этим видео я хочу начать свой канал про самозанятых. Я очень люблю готовить различные вкусные заготовки на зиму. Ну, например, вот помидорчики. Для того, чтобы нормально их приготовить и было удобно это все делать, сейчас я вам расскажу про стол. Вот, посмотрите на этот стол. Обычный стол, деревянный, легонький, дешевенький. А в беседке очень хорошо можно использовать для готовки. Но в нем есть дырочки. Ну, вроде бы он симпатичный, но можно закрыть его клеенкой. На клеенке можно резать, а можно порезать клеенку. Я подумал и понял, что делать специальный стол смысла нет. Но что можно сделать? Итак. Вот это лист нержавеющей стали. Хорошо ли? Замечательно. На любом рынке вам его могут загнуть. Посмотрите как. С этой стороны он загнут. С небольшим заделом. С этой стороны он загнут просто напрямую. Что мы сделаем? Мы вот на эту столешницу мы просто одеваем стол из нержавейки. Вот так он выглядит. Оп. Значит, на всякий случай, чтобы не цепляться за края, мы делаем его чуть-чуть поменьше. Вот посмотрите. Чуть-чуть поменьше по размеру с этой стороны и чуть поменьше по размеру с этой стороны. Вот здесь вот так. Вот, очень удобно. Можно, кому хочется, можно сделать наполовину стола. Здесь можно ставить банки, склянки, ну, все удобно убирать, а здесь удобно резать. Тем более, это пищевая нержавейка, и на этой пищевой нержавейке не остается ни следов, ничего. Ее достаточно просто вытереть тряпкой. Ну и, соответственно, банка на ней не разбивается тоже. Очень удобно. Вот и все.